Вот уже более 20 лет за игровыми столами эрудитов встречаются самые интеллектуальные, образованные, творческие представители областной организации «Белтиз». Казалось бы, что может привлекать вот уже столько лет этих людей ежегодно собираться вместе? Ответ прост. Каждый из них имеет свой багаж знаний в различных сферах научной и культурной жизни. Они азартны, а потом хотят показать, что их опыт также интересен другим. С каждым годом я не могу сказать, что у нас увеличивается значительное количество команд, но растет их уровень. Интеллектуальный уровень. У нас уже есть те команды, которые у нас стабильные, приезжают каждый год и значительно растут. Растут значительно, занимая были места, когда они занимали самые последние места, сейчас они в призерах. 10 команд боролись за право получить заветное первое место. Важно отметить, что эта задача оказалась далеко не простой. В игре «Эрудит» организаторы смогли объединить 5 отдельных интеллектуальных состязаний. Таких, например, как «Что, где, когда», «Брейнринг». Участники конкурса разгадывали ребусы и кроссворды, решали логические задачи, демонстрируя при этом высокий уровень знаний. Дать этим людям шанс еще раз встретиться, пообщаться, обменяться знаниями – это важный шаг в реабилитации, уверены партнеры конкурса. Представители территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Мы уже сотрудничаем с 2016 года. И территориальный центр совместно с этой организацией проводит ряд различных мероприятий. По подобию этого интеллектуальной игры у нас уже было мероприятие, организованное территориальным центром нашим в апреле 2018 года. Тогда тоже проводилась интеллектуальная игра под названием «Из глубины веков», в преддверии тысячелетия города Бреста. Это основной блок, посвященный был истории города Бреста. Здесь также участвовала команда от общества «Белтиз». Также в марте этого года проводилось спортивное мероприятие. Это настольный теннис для незрячих и слабовидящих, так называемый шоу-даун. В итоге напряженной борьбы результаты распределились следующим образом. Третье место разделили представители Брестской и Пинской городской организации «Белтиз». Серебро уехало также в Пинск вместе с эрудитами из команды «Призма» унитарного предприятия «Элтиз». Золото в копилке кабринчан, коллектива интеллектуалов «Импульс».